Это лайф. Мы продолжаем. Сотый отдельный полк обеспечения Минобороны России по тревоге переброшен на аэродром Крымск в Краснодарский край. Правда, это всего лишь учение. По их легенде, подразделение должно помочь населению в ликвидации чрезвычайной ситуации. В данном случае речь идет о наводнении. Напомним, что именно от этого стихийного бедствия в июле 2012 года наиболее пострадал Крымск. Тогда в Краснодарском крае погиб 171 и пострадали более 34 тысяч человек. В ходе учений будет развернут специальный полевой лагерь. Туда из зоны бедствия эвакуируют 1000 человек. Новый полк уникален. Он сформирован по указанию министра обороны и является подразделением центрального подчинения. Он предназначен для эвакуации и оказания помощи местному населению. Он предназначен для разбора завалов. Он предназначен для работы в районах затопления, пожаров. Он предназначен для обеспечения эвакуации населения и их обеспечения для дальнейшей деятельности. Полк предназначен для подвоза и усиления группировок войск. У него в его составе два автомобильных батальона.